Всем привет! Сегодня напишем сценарий для умного дома в Яндекс приложении. Заходим в управление устройством. И вот мы посмотрим. У меня сценарий уже есть. Сегодня 18:20 дома, да? Скоро сработает. Давайте его, наверное, посмотрим. Ой. Да, мы не будем составлять новые, а посмотрим, как сейчас работают сценарии, которые нужно, чтобы срабатывали, допустим, ежедневно там или когда-то, ну, постоянно, без вашего участия, без включения голоса Алисы. То есть раньше это было невозможно, сейчас это возможно. И вот, допустим, сценарий называется «Дома». Условия «Если». Я скажу «Дома». Я пришел. Или время 18:20, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Добавить условия. Это еще можно добавить. Ну и допустим, то произойдет. Любая колонка, которая меня услышит. Ну, кстати, я не знаю, как она поведет, когда включится. Вот, допустим, 18:20 произойдет сработка сценария, и какая-то из колонок должна сказать: шухер всем, хозяин пришел, ну или совсем скоро будет. В это время включится свет в ванной и свет в прихожке, и сохраняем сценарий. Давайте еще раз посмотрим. То есть, допустим, фразу мы не смотрим, а здесь вот смотрим, как выглядит сценарий. Сценарий мы можем повторять ежедневно, сценарий мы можем повторять понедельник, вторник, среда, четверг. Ну, я вот написал по будням. То есть время 18:20. Любое срабатывание. Сохранить. Фразу то же самое. Редактировать. Можно ответить на вопрос или выполнить команду. Например, там, расскажи новости, какая сейчас погода, включи музыку, включи радио. Сколько ехать до работы и так далее, да? Ну, то есть команда может быть любая, какую вы скажете выполнить Алисе. Если же не команда, а как у меня фраза, нажимаем «Редактировать», «Прочитать текст вслух». И здесь мы можем 100 символов занести, ну, допустим, дополним. Ну, то есть вот такое, что хотите, тут пишите. Но самое главное, что это все только... Нет, не только. Я писал даже и английские какие-то названия. Он иногда их воспринимает. Там, ну, какой-то баг такой есть, что он то воспримет, то не воспримет. Ну, обычно воспринимает. И пишем далее. Все, сценарий. Ну, а здесь мы уже что хотим делаем. То есть свет включили в ванной для того, чтобы руки помыть, как пришли. Свет включили в прихожей. Не знаю, что еще можно сделать. Включить телевизор, чайник. Ну вот можно, наверное, все-таки чайник тоже включить. Включить достаточно без температуры. Можно еще подсветку включить. Выбрать. Вот так, включить. Далее. То есть, когда я пришел, включился свет, включился чайник. И сохраняем. Сценарий сохранен. В следующем видео мы рассмотрим отключение сценариев, которые у нас уже есть и которые запрограммированы. Если вам видео понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Задавайте свои вопросы в комментариях. Всегда отвечу. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Всем пока!